Друзья, сейчас будете смеяться. Я иду кормить, короче, кошек. Встречаю Таню. Таню с мамой. Они идут Зайнаб встречать. Она ездила, путешествовала в Анталию. Короче, пока мы ее ждали, там летали жирные летучие мышки. Таня их боялась. И знаете, что она сделала? Она надела. Мама испугалась летучих мышек. А поди пакет, Таня. Короче, они одели пакеты на голову и сидели. А я потом говорю: Тань, наоборот, мышке интересно будет, а кто это в пакете сидит, она подлетит. А? Не, пошлите дальше, тут их много, тут наши вот тут сейчас будут. Не, мы уже пришли. Сейчас идем трехлапку, я им покажу. Как раз у меня сегодня еда для всех. Трехлапик. Таня, включай телефон, осторожно под ноги смотрите. Моя красавица, привет. Трехлапочка. Привет, моя красивая. Привет, моя девочка. Моя зайка. Привет, смотри, мы к тебе экскурсию привели. Сейчас кушать будем. Девочки, смотрите, сейчас будем кушать. С тремя лапками. Моя красивая. Как она прыгает, Таня. Она такое впечатление, что у нее 5 лап наоборот. Покажи, как ты летаешь. Опа, Люся маленькая. Красавица. Тут еще рыжий одноглазый должен быть. Можно я? Что? Ты лучше... на, по чуть-чуть только, а то мне это последняя бутылочка. По чуть-чуть кучками маленькими. Я сейчас... Не, она не кусается, в принципе. По чуть-чуть кучечками. Должен еще рыжик выйти с одним глазом. Зайнаб ездила в Анталию на экскурсию. Что она там увидела? Она потом расскажет. Зайнаб, что вы там видели, интересно? Мы поехали в комнату там, где все изо льда и снега. В Анталии? Изо льда и снега? А там холодно? Да. Там нам дают отдельные теплые одежды. Только что я такого не слышал, да. А если ты там все погрели в... Сейчас, даем. Кто чекает? Али. На остановке, что ли? Поломалась, самый ненужный момент. Все, будете знать, где она находится. Можете прийти днем ее посмотреть, понаблюдать. Боже, она голодная, да? Она голодная, потому что кушает даже сухой корм. Сейчас, не уходи, сейчас я открою баночку как-нибудь. Ложка у меня есть железная, сейчас будем открывать. Таня с семейством убежала, потому что по второй линии автобусы могут не ходить до 12. Ой, какой красавчик, ты в мясном живешь, наверное, да? Я шел показать этого ягненка, а тут котик он лежит. Я тебя не видел, все, не тревожите. Короче, они убежали на автобус. Оторвалась вот эта открывашка. Причем у меня это было буквально или вчера, или позавчера. Я пришел к Хасану, говорю: Хасан, I need help. Он мне открывал эту банку, блин. Сейчас то же самое. У меня была ложка железная, долбал. А там же отель, время уже... После 11, кто-то ж спит там. Я стоял, стучал по этой банке. Ну нифига, там надо чем-то, ну, поддеть, типа ножа что-то надо туда вставить, а потом уже поднимать крышку. Так никак она просто. Это какой-то ужас. Стоял, эти за мной бегают. Я влево, вправо с этой банкой. Они мне не дают встать даже нормально, постучать по этой банке. Бегают вокруг меня, блин. Фух, и трехлапочка ж бедная ждет. Пришел специально, мне ж бегемотихи потом к моей идти еще. Думаю, ну что, ходил. Ну, можно было в отель зайти спросить. Но, блин, вряд ли там нож будет у этого на ресепшн. Да, песик? Большой, красивый. Потом пошел дальше. Вот меня узнают, смотрите. Пошел дальше, думаю, ну хоть какой-то магазин. Друзья, напротив вилла Sunflower. Мужчина там, магазин у него. Ну, там, ну, магазин, обычный магазин, частный, ночной, дневной. Боже, прямо напротив входа. Из вилла Sunflower, чуть-чуть влево. Ну вот вход, вот как я стою, магазин как бы прямо чуть-чуть левее. Напротив, прям подойдите, купите у него что-нибудь. Короче, он достал раскладной ножик. Запачкал, достал пакет, подстелил. Она ж течь начала. Это, смотрите, меня ждут. Короче, он открыл эту банку, пришел, облезлый хвост там прибежал. Потом по пути там одноглазик пришел, рыжий. Бегемотихи пошел, всех накормил. Короче, дай бог ему здоровья, хорошая торговля этого мужчины. Все, помогайте котикам. А в Зайнаб мы потом расспросим, что она видела в Анталии. Мне же самое интересное. Полуслоник, привет, полностью не спит 12 ночи. Полуслоник, скажу я, да? Давно тебя не видел уже, да, полуслоник? Ну, у меня отказ в хай, да, здесь.